Так, побежали дальше. Одна платка. Вторая платка. Тоже видите, все зеленочка, кэмочки. В этих коробочках медные катушки. Кэмок нету. Вот еще тут два транзистора запряталось. Ну это вообще вот эта жесть, конечно. Вот эти мини-коробочки. Просто они меня сводят с ума. Пока не всех разберешь. Так все долго. Манюсенькая платочка. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть зеленок. На КМ-ки сейчас упали, конечно, цены нету. Да пофиг. Какая разница, почем они. Купил, продал, откусил. А вот какая запечатанная. Запечатанная. Жирненькая, маленькая. Так, вот еще. Еще тут. Вот тут два транзистора и все. Вот этих. Все, позолоты больше нету. Тупо, блин, кактус на зеленке работал. Такое ощущение, что разработчики неспроста назвали ее кактусом. Потому что тупо зеленка все. Ну вот тут этот черненький. Беспонтовый. Рубль 10. 502, по-моему. Релюшка. Погоду не проходит. Тоже дырка. Ну, такие вот манюсенькие платульки. А вот, пожалуйста. Один желтенький. Ну, вот это они вообще поиздевались. Такая мелепиздрическая платка. Ай, кэмки разрываются. Ну так вот, ребята. Покажу от начала до конца все. Сейчас я достану вот эти платы. Нажму стоп. Пойду возьму кастрюльку под кэмки. И весы. И покажу. Ага. А тут вот EMFDP 500S. Металлическая коробочка, я ее стрелял анализатором, там, короче, это, никель-кобальт. Тоже фигня, металлолом. Самое важное, самое нужное, это зеленка. Вот эти надо поаккуратнее отрывать, чтобы кэмки не поломать, они тут такие мелепиздрические. Пиздрические кэмочки. Кстати, станции эти все разные. В некоторых на 10 грамм больше кэмок, а в некоторых на 10 грамм меньше. От чего зависит, я не знаю. Вот одинаковый. Это, видишь, пустая вообще. Месяц одинаковый. А, не, по-моему, месяц разный. В одном месяце на 10 грамм меньше идет. Собака не достается. Только вырывать. Иди сюда. Сейчас я тебя по-быстренькому. Интересно, за 10 минут получится ее полностью разобрать и выгрызать все КМ-ки. Я думаю, получится. Как вы думаете, сколько тут КМ-грамм? Видите, в каждой коробочке, в каждой коробудочке есть КМ-очка.
Это алюминий на металлоприемку металлистом. Везде зеленочка. Маленькая. Один транзистор только золоченый. А вот, ребята, какие, глянь. 5F. 5L. L. Это общая группа. 5F. 2 814 транзистора и один полевичок. Все. В кактусе больше ничего нету золоченого, только зеленка. Одна кремочка. Тут тоже одна. Такие маленькие коробочки. Это только кусать из одной кремочки. Так, что тут еще? А вот еще последние три коробочки. Так, надо сейчас музыку переключить.